Глава города Юрий Гришан посетил фермерское хозяйство «Тепличное», где ознакомился с процессом производства. Каждый год здесь идет увеличение объемов поставки свежевыращенной магаданской продукции. Кроме того, огурцы местного производства положительно влияют на ценовую политику, попадая в местные магазины. Каждые два дня фермеры снимают урожай размером в 1 700 кг. КФХ «Тепличное» также сотрудничает с образовательными учреждениями города. Мы отработаем принципы взаимодействия с тем, чтобы действительно в каждом саду, в каждой школе и во время летней оздоровительной кампании были именно огурцы-помидоры из нашего КФХ «Тепличное». На данный момент в Магадане работают 18 крестьянско-фермерских хозяйств. Ранее глава города уже посетил КФХ «Исмаилов», занимающийся производством молока.